На площади у памятника Пушкину собрались не только профессионалы-языковеды, но и просто любители классики. Артисты пели романсы и читали стихотворения поэта. Под классические аккорды сочинцы и туристы знакомились с раритетными изданиями произведений Пушкина, представленными на выставке. Главная особенность такого фестиваля, считают организаторы, в его непринужденности, теплой и уютной атмосфере, где поклонники словесного искусства могут не только наблюдать за выступлениями творческих деятелей, но и принять участие в чтениях. Под сенью великой пушкинской прозы объединяются все – сочинцы, гости, читатели. Время наносит свое понимание, наносит свою лексику, наносит свои, скажем, обороты словесные. А вот Пушкин остается Пушкиным. Именно от него идет вот тот чистый, красивый русский язык. Праздник русского языка популярен и среди молодежи. В этот день многие стараются вспомнить цитаты из произведений великого поэта, а кто-то с легкостью воспроизводит вслух стихотворения, которые актуальны и сегодня. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем». Организаторы отмечают, что программа пушкинских чтений с каждым годом совершенствуется и приобретает новые формы. В этом году это диспут на тему искусства и развития русского языка в классической современной интерпретации. Дина Отман, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.